Я председатель комиссии 230-930. Зовут меня Бабич Лариса Ивановна. И я уже шестой раз работаю в этой должности. Поэтому хочу отметить те прогрессивные изменения, которые произошли в организации работы нашей комиссии. Спасибо окружной комиссии, городской комиссии за то, что они вовремя побеспокоились. Вся информация, учеба, документация была предоставлена вовремя. Особенно приятно то, что в пятницу мы не ездили за бюллетенями, как всегда, а бюллетени, коробки для упаковки, протоколы, пломбы для опечатывания избирательных урн. Все это было предоставлено нам вовремя. Мы только на участке ждали и получили. Хочу сказать относительно организации работы в самой комиссии и обратиться ко всем избирателям. Запомните, никогда на избирательных участковых комиссиях никогда не бывает нарушений, потому что формируется работа комиссии так, что есть представители от каждой партии. Они друг друга контролируют, помогают, подсказывают друг другу и ведут жесточайший, строжайший контроль за каждым голосом избирателя, чтобы ни один голос не пропал, чтобы ни один голос не был испорчен. Принцип подбора на сегодняшний день кандидатов такой, вернее, членов комиссии такой, что за каждым рабочим столом сидит один представитель на списках от блока Порошенко, а другой представитель от Буряка. Поэтому никаких нарушений, злоупотреблений быть не может. Что касается избирателей, к сожалению, сегодня нет той активности, на которую, ну, хотелось бы рассчитывать. В прошлый раз у нас на участке было 2240 избирателей, пришло 1120, ровно 50%. На президентских выборах на нашем участке проголосовало 63%. Сегодня, ну, очень хочется надеяться, что явка будет также высокой. Ну и мы все, кто работает в комиссии, стараемся сработать грамотно, правильно, организованно и дисциплинированно. Вовремя все грамотно, правильно посчитать. В этом нам помогают наблюдатели. На дворе школы стоит экзит-пол, который уже предварительно, может быть, к обеду даст какие-то свои заключения. Ну, я думаю, что все будет хорошо. И надеюсь,